Boeing стремительно теряет лидерство по поставкам самолетов. За прошедшие полгода корпорация продала всего 239 воздушных судов. Это больше, чем на треть, меньше, чем за прошлый аналогичный период. Теперь шанс стать лидирующей авиакомпанией есть у главного конкурента Airbus. Причиной спада рейтингов американского авиаконцерна стали две катастрофы моделей 737 Макс, в результате которых погибли 346 человек.